Более 60 лет, два раза в год студенты сдают кровь. Она пополняет спасительный резерв Курской станции переливания. В декабре сделать это жизненно необходимо. Впереди длинные выходные. Ведущую роль здесь занимают студенты-медики. Люди, понимающие, что завтра им придется не только быть донорами и дарить свою кровь, но и пользоваться компонентами крови для лечения пациентов. Доза кровоотдачи 450 миллилитров, но все зависит от здоровья и состояния донора. Осмотр терапевта и предварительное лабораторное исследование – обязательные процедуры перед сдачей. Последние 3 года сдаю кровь, уже сдал 4 раза. Почему сдаю? Потому что я сам медицинский работник будущий, и мне нравится помогать людям. Мои друзья многие уже сдали кровь и посоветовали мне тоже принять участие в этом. Ежегодно куряне пополняют резерв банка крови в среднем на 12 тысяч литров. Этого достаточно, чтобы сотни людей получили право на жизнь. Мария Колосова, Кристина Горлатых, Сергей Дорохов. События дня.